Астана бүкіл жанкүйерлер күтіп отырған. Екеуі де өздерінің жеңіске жететініне сенімдік білдірген болатын. Баспасөз мәслихат кезінде бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат берген кезде. Ал шын мәнінде кімнің мықты екенін дәл осы айқас анықтайтын болады. Сонымен қанат тамаша бір соққы жасады. Брэндон да қарсылас бағуда. Брэндонның соққысы дәл тиді қазір қанатқа. Өте сақ болу керек. Да, в 2011 году Брэндон Кук начал заниматься профессиональным боксом. И видим мы, что по-настоящему в хорошей форме этот спортсмен. Но сейчас, вот, ну, непредумышленно, конечно же, такое бывает в ходе поединка. Ниже пояса был удар. Я думаю, несколько секунд займет времени для того, чтобы снова пришел в форму наш гость, плохой мальчик из Канады. Такое прозвище у канадского боксера. Очень много тренируется Брэндон Кук. Тренировался в ходе своей подготовки к поединку с Канатом Исламом. Больше 10 километров ежедневные тренировки. Работа на лапах. Ну и то, что, ну, все, что нужно боксеру. Ну и кроме того, в отличие от многих мастеров кожаной перчатки, применяет он в своей тренировочной работе и горячую йогу. Как она может помочь, наверное, знает сам лишь Брэндон Кук. Но такой вот своеобразный боксер. На самом деле, очень интересная судьба у этого спортсмена. Поступал он и в полицейскую школу, правоохранительную деятельность. И в одном из полицейских фондов в канадском колледже. Там он не только сам учился, еще и работал над физической подготовкой своих соклассников, так, наверное, нужно будет назвать его, коллег по учебе. Ну и в 2010 году он с отличием закончил этот образовательный центр. Сейчас же он полностью боксер, является он резидентом города Аякс, штат Онтарио. Бірінші раундтың соңғы секундтары қазір. Брэндон да беріспей жатыр. Брэндон Кук, біз айттық, ешкімнен жеңілмеген боксшы, қанатта жеңілмеген, яғни бүгін біреуінің жеңілетін кезі келді. Біз әрине қанат жеңсе деп тілейміз. Қазір бірінші раундта тең айқас болды. На предматчевых пресс-конференциях Брэндон Кук признавался, что мало знает о нашей стране. Но для него Казахстан прежде всего ассоциировался с именем Геннадия Головкина. Он отметил, что следит за карьерой нашего земляка и считает его очень сильным боксером профессионального ринга. Поединков 14 нокаутов. Как видите, вы очень серьезную подготовку провел Канат Ислам. На кону стоят пояса, напомню вам, WBO Набо и WBA Интерконтиненталь в первом среднем весе. Пояса, которые могут открыть дорогу к большому рингу. Понимают это оба спортсмена. Ну и, конечно же, здесь стоит сказать спасибо стороне Брэндона Кука за то, что приехали из Канады. На самом деле, так далеко они еще никогда не добирались. Ну, в принципе, кроме Канады, они больше нигде не боксировали.
победу Каната Ислама верят не только здесь зрители велотрека Сарыарка, но и видели вы на трибунах очень много спортсменов прошлых лет, олимпийских чемпионов, наших политиков, общественных деятелей. Поэтому сегодня победа Каната Ислама, будем считать, станет безоговорочной, тем более что... Ну, наверняка любители, поклонники спорта интересовались информацией, сколько ставят коэффициент победы Ислама в этом поединке. Как я уже говорил, по данным букмекерской конторы «Олимп», на победу Каната ставят коэффициент 1,16, прошу прощения, а на победу Кука коэффициент 5,5, то есть на самом деле большая разница. Ну, для тех, кто, возможно, верит в победу канадца, можно подзаработать. Но здесь вы видите, как в плотном бою Канат Ислам дал понять Брэндону Куку, кто здесь хозяин ринга, тем более, что сам казахстанец не раз признавался, что... Вот снова очень плотный бой в исполнении Каната Ислама. Прижал он соперником своего. Прижал он Каната канатом. Канат прижал канатом своего соперника. Да, подробную информацию вы можете увидеть по котировкам на победы на сайте olymp.kz. И добавлю, что также официальным спонсором трансляции является букмекерская контора Finbet. Екінші раунд өте мінің керемет өтіп жатыр. Жана Брэндон Кукты құлатуға шақ қалған еді Канат, бірақ бұл қауіптен құтылды Брэндон. Тағы да бір соққыс өте дәл дейді. Екінші раунд аяқталды. Канат Ислам мен Брэндон Кук арасындағы жекпе-жекте Олимп букмекерлік кеңсесі Канат Ислам жеңетінге бірде 13 коэффициент беріп отыр. Раунд. Одан да қызықты болатын секілді мына. Уақыт бәсеке қызған сайын жекпе-жекте қыза түсуде. Осы жолда біз жойқын соққылардың үн салғанының куәсі боламыз деп ойлаймыз. Канат Ислам говорил, что для него нет особой разницы провести 12 раундов или же завершить поединок досрочно. В любом случае, для него сейчас нужно с честью выдержать этот экзамен. Тем более, что такой крепкий соперник у него на этот раз, Брэндон Кук, не зря преодолел такой большой путь в Казахстан. И уже успел он адаптироваться, видите вы, по его форме. Такой крепкий канадский средний вес. Вот сейчас опасно головой работает канадец. Пытается время от времени канадский боксер перехватить инициативу в свои руки, но буквально навис над ним. Канат Ислам, какой великолепный удар слева сейчас. Пропускает канадец. Точно в подбородок. Да, такой удар должен потрясти канадца. Почувствовал успех. Запах крови, как говорят в таких случаях, Канат Ислам и... Идет в атаку, но здесь, конечно же, все верно делает Брэндон Кук. Он клинчует казахстанца.
И снова канат Ислам прижимает канатом. Канадца. Да, уже немало пропустил ударов наш гость из страны кленовых листьев. И становится это заметным по его движениям во второй половине этого раунда. Үшінші раундтан өте шиленісті өтуде. Көріп отырса, қараттың жақсы бір соққы жұмсап бағана қарсасын құлатуға шақ қалған еді. Бірақ бұл жолда да Кук амалын тапты. Құтылудың қарсасын қолдан ұстап алды да бірасы. Мәне тамаша. Бұндай соққыдан кейін тұрмайтын анық. Бұндай соққыдан кейін тұру өте қиын болады. Өте ауыр нокаут. Бірақ тұрды, тұрды Кукта. Ержеген тұрды, бірақ... Көрдіңіз бе? Да, только гонг здесь спасает канадца. Этот поединок уже был бы завершенным, но мы видим, что как выносят табличку с цифрой 4, и это означает, что нас ожидает впереди еще. Ой, видели мы, как на повторах это произошло. В удобной стойке стоял канадец и воспользовался, видите, как канат Ислам буквально сверху кувалдой ударил он по своему сопернику. И ничего не осталось делать канадцу, как упасть на канвас ринга. Есть время восстановиться. Я думаю, сейчас нас ожидает еще больше зрелищный и интересный поединок. Я Бермингтонда Брэндон Кук. Есть Джалдма, Жохпа. Казар Куремс. Тортенш раунд. Брэндон Кук хаша бастада. Міне тағы да соққы жақсы істейді. Брэндон Кукта ұмтылған еді, бірақ қанат артқа кетіп. Міне тағы да жақсы соққыларды артуда. Тағы да. Міне қазір қыспақ қалуда. Төрешінің неліктен қанатқа қайта-қайта келіккенін түсе алмадық. Ескерту жасады. Белден төмен ұрып жіберді деп тұр ғой деймін. Я мына осындай жағдай орын алды. Какая-то нерешительность появилась в глазах у канадца. В самом деле, наверняка не ожидал он такой мощи. Говорил он в своих предматчевых интервью, что знает все слабые и сильные стороны казахстанца и готов к ним. Готов он показать самое настоящее шоу. Но пока что его шоу заключается не в том, что он продолжает стоять на ногах, в то время как канат Ислам уже несколько раз в этом раунде потряс оборону соперника. Мына қолғаптың сыртынан да тиген соққысы дәл тиді. Қаймығып қалды канада, қорқып тұр, міне байқалып тұр. Дамысқа тырысып өзі де бір соққы жұмсап жатыр, бірақ қанатқа айтарлықтай бір қауіп келтіріп тұрған жоқ бұл соққылар. Да, сейчас канат словно на кураже, на самом деле он идет вперед. Понимает он полностью и прочувствовал своего соперника, поэтому удары канадца даже не особо чувствительны для него. Видели мы, как сейчас слева попал канадец, но для каната не принесло никакого урона, даже не шелохнулся наш земляк. И снова в очередной раз прижимает он канатом канадца. Словно хищник над своей жертвой, словно охотник сейчас, если посмотреть в глаза каната, нависает он над своим соперником. И никуда не деться здесь канадцу. Төртінші раундында соңғы 15 секунды қазір.
Брандан бұл раундта да әзірге шыдап жатыр. Билден төмен ұрды деп төрешілерге назым білдірген еді канадалық, бірақ қазы еш нәрсе деген жоқ. Төртінші раунд аяқталды, енді біз күтеміз. Бір минуттық үзіліс. Уважаемые друзья, пятый раунд нашему вниманию. Ну а сейчас, как сообщает нам букмекерская контора «Олимп», в этом поединке коэффициент на победу Кука уже составляет 26, ну а на также букмекерская контора «Олимп» оценивает победу Ислама с коэффициентом 1.02. Ну и, как уже говорили ранее, по традиции, вы можете увидеть подробную информацию, посмотреть подробную информацию на официальном сайте букмекерской конторы «Олимп». Тем временем продолжается поединок. Слева великолепно снова попадает Санат Ислам. Это керемет. Бірінің бәрі есі шығып кетті. Есін жиды. Жұдырытасыға даярмын деп тұр. Очень крепкий орешек попался в сопернике Канату Исламу. Видели, как он быстро восстановился, хотя удар был чудовищной силы. Слева буквально повалил на землю канадца. На канвас ринга здесь в данном случае. Я бесінші раундтағы канатында қада қарқынын күшейтті. Ауыр-ауыр соққы жасады, бірақ Брэндонда батыл жігіт екен. Тез ешшейді. Жекпе-жекті жалғастырып жатыр. Тағы да мұны бұрышқа тығып алып, қыспақ қалып, соққыларын қанат оңында соңында жұмсауда. Брандон Кукы қазір өте қиын жағдайда. Канат Ислам, Қазақстанның мақтанышы. Қазымын тағы да бір жақсы соққы бүйірденің жаққа да тиді. Видимо, что у Каната открылось рассечение. Ну, сейчас по истечении этого раунда, если, конечно... Ну, смотрите, как действует здесь Брэндон Кук. Почувствовал он нужную секунду и пошел в атаку. Да, вот сейчас... Нужно поработать врачам над канатом, но продолжается поединок. Нормально все у нашего боксера. Увидел это и канадец. Сейчас видите, как он на глазах оживился и уже старается работать первым номером, перехватить центр ринга. Сонымен бұл раунд аяқталды. Канат Ислам, Брэндон Кук. Көрдіңіздер, бұл раундтың соңына таман Брэндон Кукта мінез көрсете бастады. Қарсыласын тіптен қабағында жарып жіберді. Бірақ төрешілер қазір, бапкерлер қазір қалпына келтіреді деп ойлаймыз. Мәне, осы бір сәт, нокдаунға жіберген сәт. Өте тамаша нокдаун, бірақ Брэндон есін тез ақ жиды. Өте өжет жігіт екен. Өжеттерін барлығында Брэндон Кук тек өз елінде ғана өткізді.
Бұл Қазақстанға алғаш рет келуім. Астана маған ұнады. Бірақ алтын белбеулерді мен қайтсем де еліме арқалап әкетем деп айтқан еді. Да, в самом деле, это второй поединок Қанат Ислама на родной земле в Казахстане. И этот бой полная противоположность тому, что было ровно год назад в поединке против Ганса Патрика Алатея. В октябре прошлого года, вы помните, в эфире нашего телеканала был показан этот поединок. Сейчас же практически все раунды на самом деле носят очень острый характер. Смотрите, что делает здесь канадский боксер. Екі соқысын қанатқа дәлін арытты. Брэндон Кукте қандай да қиындыққа шыдай білетін төзімді боқшы екен өзін байқатып отыр. Екі рет өте нокдаунға түсті. Екі нокдаунда оңай болған жоқ. Кәдімгідей сұлап түсті ғой. Соған қарамастан есін тез жиып қазір тіптен қанаттың өзіне де міне соққыларын дарыта бастады. Иә, алтыншы раундта қанатқа да оңай болмады. Қазір енді Кук қыспақ қалуға тырысуда. Бір минут қалды. Бәсекенің бел ортатынасуына қазір қанат қанат деп барша сарыға спорт кешені жылған жанкүйерлер өз қандастарын өз жерлестеріне қолдау көрсетуде. Қанат шаршап қалды ма әлде қалай? Әлде бір айласы бар ма? Кесінші Брандон уақыт озған сайын бірте-бірте күшейіп келеді. Алдын оракпет тағда Брэндонның соқысы сиді қанатқа. Қанатта жауап берді лайықты. Соққын жақсы көтереді екен Брэндон. Сонымен бұл раундта алтыншы раундта аяқталды. Да, нашел свой бой. Здесь Брэндон Кук. Очень хорошая у него советы сейчас в красном углу. Словно и не было позади этих нокдаунов, этих тяжелых раундов в самом начале поединка. Сейчас Брэндон Кук показывает свой самый настоящий, истинный североамериканский бокс, который он умеет. Не зря все-таки он носит прозвище. Год спортсмену из Канады. В 2011 году он дебютировал на профессиональном ринге. Видим очень много известных, уважаемых людей. Маратбек Мухтабеков, вице-президент Федерации дзюдо, не только боксеры, как вы видите на трибунах, но и представители других видов спорта. Бой продолжается. Тем интереснее смотреть, чем завершится история эпопеи между Қанатом Исламом и Брэндоном Куком. Жетінші раундтың да мына келіп жетті бұл жекпе-жек. Иықпен иығы дейіп кетті қанаттың қарсыласына.
Бүйірден жақсы соққа. Жақсы қарсы алды қанат қазір. Кукта. Боксшылардың біраз шаршан қарап қалғаны байқала бастады. Тағыл менен қанат осы шабуыл жалғастыру керек, өту керек. Брэндон да қарап қалған жоқ. Мұны жақсы, мұны тамаша. Жалғастыру керек осы. Әзі Брэндонда бой бермей кетуі мүмкін. Біз оны көрдік. Сәл тынығы баса болды, тез өз-өзіне келеді екен. Тіптен ауыр нокдаун алса да аяқтан тық тұрып кетеді. Сондықтан да бұл жігітті қауіпті қарсылас деп бағалаған жөн. За седьмой раунд можно смело записывать за Анатом Исламом, потому что во второй половине снова заставил он понервничать своего соперника из Канады. Также есть хороший размен ударами у спортсменов. Да, самая настоящая интрига сейчас перед всеми нами, уважаемые друзья. Брэндон Кук не зря все-таки разбрасывался такими громкими словами, что попытается удивить всех казахстанцев в этом поединке. И призывал он покупать билеты, смотреть этот бой с казахстанцем и... Как оказалось, слов на ветер не бросал этот парень из Северной Америки, из Канады, Брэндон Кук. Очень хороший бой показывает он против Канат Ислама. Ну а наш боксер сейчас, видите, слегка поменял свою тактику. Впереди еще 4 раунда и, конечно же, нужно сохранять силы. Наверное, в углу Каната поняли, что так просто уронить боксера из Канады будет очень сложно. Тем более, выдержал он в начале поединка несколько сильных ударов. Был он в нокдауне. Да, и сейчас такие грозные оклики доносятся из зала. Буквально готовы они броситься сами на ринг, чтобы защитить своего любимца. Ну... Все это в рамках поединка. Основательно поработали врачи над раной Канат Ислама. И сейчас, видим, перестала у него бежать кровь. Устали спортсмены, в самом деле. 8 раундов практически. 7,5 раундов позади. И... Подбирается шаг за шагом Канат к своему сопернику. Пробивает он в корпус. Здесь уже пытается канадец пойти вперед. Но вовремя клинчует его Канат. Вот сейчас плотно попадает Канат правым прямым. No pressure, break. No pressure, yeah.
26 ғана секунд қалды осы 8-ші раундтың аяқталуына. Қанат жақындап келеді, бірақ соққы бір мұрдың оғында бір соққыны көре алмай отырмыз. Қазір мына тағы да бір қыспақ қалған сәті. Жақсақ тигізді. Кукта өте сақ жүр. Мұна, вот он сейчас. Вот он все ждали на самом деле. Бірақ Кук есінде жия дегені нағыз. Галым, у нас в детстве была такая игрушка, Ванька, встанька. И сейчас как раз таки Брэндон Кук очень напоминает. Мұна тағы да бір соққы. Эту игрушку на самом деле очень стойкий боец. Мұны Гонтқа дейін кезек жетті, сөйтіп мұны Гонт Кукты қайта құтқарды. Но Канат Ислам на самом деле здесь показал, что у него есть силы, есть кондиции. И мы сидим здесь в комментаторской кабинке, мы видели, что буквально весь зал вскочил на ноги. Ожидали они, что это будет завершением поединка. Но Брэндон Кук снова встает. И повезло ему, что снова заканчивается раунд. Я уверен, что я хлопаю Кук уген. Я батылдығы өжеттігі бір төбе екен бұл жігіттің. 9-шы раунд, 9-шы раундты көрейік. Қалай өрбейтінің бірден Қаната шабуға көшті. Қазір көреміз, Брэндон Кук құшақтап алып айлаға салуда. Қат шаршақ қалып мұны. Понял Қанат, что нужно бить не в конце раунда, нужно это делать. Да, победа! Тордан Зерванига тоттатындарда Брэндон Кук айқай қаласты, бірақ төреші көріп отыр, төреші жақында, төрешінің... Поздравляю всех казахстанцев с этой победой, уважаемые друзья. Канат Ислам все-таки сумел добиться своего и оставить эти титулы не только себе, но и показать свой, пожалуй, самый великолепный бокс на протяжении последних лет. Именно такой соперник и нужен был нашему земляку. Крепкий, выносливый, стойкий, бьющий. Поблагодарим здесь этого парня, плохого мальчика из Канады, Брэндон Кук. Расстроен он результатом, но Канат Ислам показал свой настоящий казахский характер. Обожаем это. Бәсеке тағдыры 9-шы раундта шешілді. 9 раундқа созылған тартыс. Канат Ислам қазақтың ұлы. Қандасымыз жеңіс жетіп, бүкіл жанкүйерлерін қуантты. Расында тамаша болды, сөйтіп ВБА Интерконтиненталь және ВБА НАБО нұсқалары бойынша бірінші орта салмақтағы чемпиондық атағын Канат Ислам сақтап қалды. Ал канадалық Брэндон Куктың спорттық өмірбаянындағы бұл алғашқы жеңіліс, алғашқы сәтсіздік. Бірақ бұл бокс сәтсіздіктер болады, ерте ме кеш пе жеңілетін анық. Қос мықтының бірі ұтылуға тиіс еді. Абырой болып біздің Канат жеңісі жетті. Ұтылған Брэндон Кук өте тамаша жекпе-жек тамашалады деп ойлаймыз. Бұған дейінгі де жеңіс жеткен жігіттерімізге біз ризашылығымызды білдіреміз. Барша жанкүйерлер қуанышта шек жоқ. Сарыарқа спорт кешеніне жиналған айта кетер болсақ, бүгін кеште алғашқы жекпе-жек Мейірім Нұрсұлтанов Исмаил Бойнан ұтқан болатын. Одан кейін Димаш Шниязов Эдуардо Феррейра Дос Рейсті ұтты. Егер Мейірім ұстанып 50 секундтың аралығында қарсылас тұрып жықса, Бруно Леонардо Ромейден басым түсті. Және осы кештің басты жекпе-жегінде Канат Ислам қандасымыз Брэндон Кукты ұрып жығып 9-шы раундта 2-1 нұсқа бойынша чемпионды сақтап алды. 6-шы секундында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен біздің бауырымыз Канат Мұны жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ.
принимает поздравления Ханат Ислам. Сейчас буквально нету ни единого сантиметра лишнего места здесь на ринге велотрека Сарыарка. Буквально разные стороны сейчас. Да, ну и благодаря.